ежегодно принимаем участие в данном мероприятии. Оно для нас является ключевым. Генеральный директор нашей компании, он будет вести как раз-таки тему технологии СОК. И это та секция и темы, которые нам интересны, потому что, собственно, наш продукт – это одна из технологий, которые используются в СОКе. Мы показываем реальную работу продукта и то, какие задачи заказчики могут решить. Они могут подойти и посмотреть работу на большом стенде, как это будет выглядеть для руководства. Движение есть, и надеюсь, в следующем году будет какой-то очередной рубеж преодолен, и мы от регулятора услышим какие-то новые вводные, новый этап, следующий этап развития взаимодействия информационного по инцидентам, по индикаторам компрометации, которые также могут быть интересны регулятору для оценки атаки, для того, чтобы вовремя информировать других участников отрасли. Количество устройств мобильных растет, и использование их растет. Я думаю, что следующая тенденция – это уже атаки на мобильные устройства сотрудников организации. И использование этого вектора для взлома, для хищения денежных средств.